Всем привет, братья, еноты. И сегодня мы продолжаем прохождение GTA 5. В данной серии я думаю, что мы займемся каким-нибудь квестом. Вот, потому что нужно проходить и сюжетную линию, ну и еще чем-нибудь позаниматься. Я немножко сонный, потому что я записываю это утром. Вчера что-то на меня нахлынуло и как-то не было желания вообще. Вот, поэтому не расстраивайтесь, серии сегодня будут. Я думаю, ну вот эту запишу одну серию, может быть запишу одну серию по Бьенду, а получается в пятницу. Я, как все нормальные люди, в пятницу вечером буду записывать серии. Вот так вот. Ну, в принципе, это не критично, чтобы у вас было что посмотреть на выходных. Может, даже запишу какие-нибудь нарезки, еще что-нибудь. Вот. Просто мне еще надо за сегодня, то есть в пятницу, рисовать дизайн. Вот, и это отнимет у меня несколько часов жизни. Так, давайте нажмем контакт, и нам нужно вызвать эту, как ее, службу спасения, что мы горим, сказать. Пожарную охрану, конечно же. Как интересно у них все устроено, да? Ого, какая тачка красивая, вот смотрите. Разукрашенная уже сразу. Прикольно. Ну, у нас-то покруче. Так. Еще такие задние огни прикольные. Так, ну что, едет скоро? Ух ты, пожарная машина, как круто. Нам ее надо угнать. Сваливайте. Давайте, давайте, валите отсюда. Ну, нам дали одну звездочку, но это, в принципе, не критично. Ух ты, тут есть водомет, мать его. А помните, как раньше водомет раскидывал людишек, когда мы им пользовались? Сейчас что-то такого нет. Ну это, по крайней мере, было в GTA 2, насколько мне известно. И насколько я помню, что там была пожарная машина, и мы водометом их раскидывали. Так, ну нам оторваться бы от них по-хорошему. Где-нибудь вот тут без палео встанем. Эй, девушка, мы тут спрячемся за деревом. Пожалуйста, подвинься чутку. Вот-вот. Все, мы спрятались. Ну, приехал такой чувак на пикник. Вот видите, и полиция сразу перестала искать. Так-так-так-так, стой. Нам чуть наверх. Пожарная машина. Шикарно. Всегда хотел на Новый год получить пожарную машину из Лего. Так, смотрите, кто пришел. Эх ты, блин, кот пришел. Пожарную машину, которая делалась из Лего. По-моему, даже у нас потом с братом была она. То есть там то ли пожарная, то ли бензовоз. Такой большой, классный. Да, это было круто. Сейчас бы я с удовольствием, я не знаю, купил Лего и собирал бы его. То есть Лего сейчас стоит, ну, не так дорого, по-моему, там за 3000 можно взять огромный просто конструктор. Я не понимаю, почему родители не покупают его своим детям. Может, дети стали иными и перестали, ну, любить Лего. Вот, ну, хотя, блин, это impossible. Хотя, блин, дети сейчас любят GTA и приставки. А какой-то Лего, фу, старый век для старперов. Но когда у меня будут дети, я им буду покупать Лего и потом буду сам в них в него играть. Вот такой у меня коварный план. Ну вот, мы на месте.
Да. Миссия выполнена. Тинч. Без единой царапины не удалось. Там куда-то въехали. Так, он сейчас должен позвонить ведь, да? Давай, 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 беги, 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 беги. Беги, 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 нам нужна машина. No effing way. Be no wise ass partner. Give me that. Hey, Lester, man, the fire truck's around the back of your factory. Good, good. Well, that's everything. I just need to show Michael something, and then this job is a go. Так, ну осталось что-то показать Майку. Давайте посмотрим, что... Посмотрим, какие миссии у нас вообще есть. Угу. 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 Блин, ну у нас как таковых миссий-то и нет. Не осталось почти. То есть, даже можем посмотреть статистику игры. Общее прохождение. Мы прошли игру на 68%. Хобби и развлечения на 6,42%. Основные миссии осталось нам 10 штук. Ровно 10 штук. А, чуваки, прочие незнакомцы 5. Разная 6. Вот так вот. А, давайте посмотрим еще, что там по оружию. Убийство из пистолета. Есть статистика какая-то? Точности, что ли? А, в игре мы уже... провели за этого персонажа 13 часов, за Тревора 11, за Майкла 17. Вот Тревора меньше. Обрывки писем всякие, сохранений сколько раз, всего смертей. Ну, где-то 100 у нас смертей. Расстояние преодолели вплавь. Так. Расстояние пешком. Почему-то за Майкла 8 тысяч, а за Тревора с Франклином по 6. То есть мы за них тоже много ходим, несмотря на то, что Майкл у нас, блин, 8 километров пешком бегал ради этого Эпсилона. Но это стоило того. Так, ну, я думаю. Поиграем-ка мы за Тревора, да? Безумный псих должен. Сейчас. Вон у него там одна миссия, по-моему. У Франклина тоже одна стоит. Я не понимаю, почему их не показывается. И мне кажется, что Тревор тоже должен, ну, как-то поучаствовать в ограблении. Что за бред вообще? Че он там нажрался, поди? А, нет, смотрите, культурно стоит. Культурно стоит. Че у него по деньгам-то есть? 152 тысячи. Вождение что-то улучшилось. Мы стоим на месте, и вождение у нас улучшилось. Ладно, бог с ним. Буковка М это что? Общественный патруль. Вот это что? Мариэн. Мариэн. Барри. Найджел. Давайте до Мариэн мы так и не доехали тогда. Надо вызвать таксишку. Ну а пока мы с вами вот так вот покружим, чтобы, ну, как-то время сократить. Еще можем вот сделать трюк. Трюк! Ах ты. Ну ладно, бог с ним, с трюком не удался. Ух ты, какой-то контейнер, может тут что-то есть. Сразу вспомнился Battlefield 3. Где там в доках, что ли, миссия. Ну, не миссия, а карта. И вот с контейнерами. Ух ты! Офигеть. Вы видели? Тут можно, блин, кусок металлочерепицы пинать. Офигеть. А вот это можно? Нет, это не движется. Так, у нас как-то... есть баги. А, да, это, то есть мы можем либо на наземном, либо на воздушном транспорте доставлять оружие. Огнем до Мариэн. Давай быстрее нас вези туда. Вот не помню, кто такая Мариэн. Это либо та, которая бегает, либо... либо это его возлюбленная. А, нет, а Патриция. Значит, я правильно подумал.
Или вообще другая? А, нет, та, которая бегает. I don't care what you say. Shut your mouth. Shut it. Shut. Just keep it shut. You know full well exactly what you didn't say. It's no good. Well, you can be surrounded by your young girls and your threesomes and your parties, and you will be miserable. You could have had it all with me. A beige condo, matching woolen sweaters, walks on the beach, a little dog we lavish too much attention on because I'm too scared of getting fat to get pregnant, everything. Well, fuck you. And I don't care that we just met last week, all right? Just stop looking at me. Don't look at me. Say something. Прошлой неделе. Yeah, I really do. Тревор, красавчик. Но погнали. Боже, блин. Тревор, давай. Нам нужно этого обогнать, стерву. И потом вдуть ей. Вперед. Черт, он не догонит ее. Какими темпами. Ну хотя, вот мы догнали. I took out the alpha male. Evolution demands that we rut like beasts. Oh God, there is a misogynistic law. Блин, я думал подрезать. Быстрее, 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 быстрее. Where did you come from? Так, черт, она все равно быстрее, потому что, блин, я как бы не нажимал, Тревор, блин, не сдох на велике. Но я стараюсь, друзья, я стараюсь, чтобы он, она вдруг, ну, подумала, что мы крутой парень и позволила себе вдуть или еще что-нибудь. Да, блин, гоним. Мне уже палец устал нажимать этот X. Давай, давай, давай. О, уже финиш. Ура. Успех. I win. Come on. Come on, what? Sex reward. That's how this works. You're deluded. Spread your genome in a gym sock. Oh, fuck, I love you. Hold me. Мариен, новый контакт. На чем мы, не хороший велосипедист, что ли? Да, она погнала там на велике. Мучалась уже. Ну так вот. Вот, наверное, хоть это и, блин, побочные миссии, но разработчики не пожалели сил и денег, чтобы сделать их классными. Ай, да, это забавно. Сценаристы вообще просто отлично поработали над игрой. Ладно, раз у нее нет заданий, давайте посмотрим, что у нас вообще еще есть у Тревора. Такс, такс, такс. Такс, такс, такс. Б. Барина, это тот тип. Найджел. Он поехал до Найджела. Непонятно, что там. Надо вызвать таксишку. Как-то он звонит, блин, без рук, прям. Of course, driver should be with you soon. Glad to hear it. Так, давайте посмотрим по контактному лицу, кто такой Найджел. Тут, а, Найджел это какой-то нигер. Точнее, не нигер, может, это из ФБР. Ух ты, как круто.
Так, ну чё, где наш такси? Безумный велосипедист. Давай, давай, ломай её тачку. Где таксишка-то наш? Ждём, ждём. Ни такси, ни хера. Мы точно вызвали? Или может потому, что мы далеко находимся? Красивый, кстати, вид. Солнце так через... деревья как-то рассеивается. Ну и где такси? Что за хрень? Ух ты, тачка стоит классная. Стой, 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 стой! Куда газуешь? Ты! В кепочке. Иди в жопу. У нас будет свое такси с блэкджеком и шлюхами. Поедем по сокращенной программе. У-ху! Да, таксист из нас классный. Я думаю, вы заметили. Какой-то, блин, чурка ТВ. И одного иностранной радиостанции. Какие-то мексиканцы. Ну, переворачивайся. Все. Ну, мы, в принципе, не пострадали. Машина почти цела. А этот, как его назвать, этот джип был вообще никак. Не кстати, я бы сказал. Так. Мы почти доехали до Найджела. Ну как почти, нам остался какой-то километр. Но пока мы едем этот километр, может вообще все, все на свете произойти. Кому-то нужна помощь! Вот, я же говорю, может все произойти. Я не могу просто доехать из пункта А в пункт Б. Чел стоит какой-то. Женщина, подождите. Че стоишь? I'm an actualized probability wave, who has formed her own definitive answers as to her formulation. And those of all like-minded energy. Это заучка. Listen, sweetheart, the only reason to join a goddamn cult is to swing a lot. So get laid and shut the fuck up. Давайте тут метку поставим, потому что тут может быть не Тревором нужно подъезжать. К этому NPC, а каким-нибудь другим персонажем. Блин, ух ты, мы даже выехали на автостраду. Удивительно. Блин, сейчас Найджел закроет лавочку, уже поздно. Тут проезд. Чувствую, нас обманули. Надо было по другой дороге ехать. Я хотя смотрел на карту. Не надо мне писать, что я не смотрю на карту. Но там было нарисовано по-другому. Это уродок, кто рисовал карту. Так, ну вот прямо направо и еще раз и налево. Найджел. О, море, что-то стоит. А, это тот, блин, которому мы воровали вещи. Where is she?
Well, she's been trying to throw herself under celebs' wheels. Really? Well, she can throw herself under my wheels anytime. Oh, I knew you were funny, Jock. Yeah. I knew I would like you. Can I have a hug? Okay. Yeah. I've got a protruding hip. It's not a semi. Nigel! John! No. You won't believe what's happened! What? Only Al DiNapoli walking. He actually walks! He walks among us! Well, then what are you freaks waiting for? Well, that's a long story. Of mistaken identity. And a lot of lies. Stalking is not what I would call it. Nor me. I told the judge I thought it was unfair. Yes, anyone's trousers could have come undone at that point. Exactly. Jolly bad luck. And we were such fans. If only we could talk to him. Yes, I know it was only his lawyers and agents. They ruin everything. If we could only get him somewhere private. You see, like that little lockup I know. No problemo. Look, there he is! Oh, shit. It's that crazy English bitch again. Nigel, he remembers me! To the chariot! Jock, you drive. Quick, he's getting away! Come on, Jock, get in! Давай, быстрее. Быстрее, быстрее, быстрее. Будем. He's taking a left turn down the high street, Jock. You not, Mellow X. Так, ну что, поехали. Что нам еще делать? Блять, застряли. Maybe I should have driven. Did you ever imagine we might get a private audience with Al DiNapoli? Что сделать-то с ним надо? Wildest dreams. All those nights spent rope. Stop shooting! I can't hear myself think. А что нам надо? I loved him in the Redeemer. Я не помню, что нам делать надо. Do your Al DiNapoli line. He's not much use to us in a body bag, Jock. Find out! The hire car! Застряли мы с вами.